ложный пастырь. Я вижу каждый грех на твоей душе. Фунда дни, Пинкертон, алкоголь, Гарри и, конечно же, Анна. И теперь, чтобы расплатиться, ты пришел за моим Агнцем. Но не все долги можно вернуть, Букер. Ты меня не знаешь, приятель. Твое дело кровь, ты видит. А мое пророчество. Знаешь, почему эти люди готовы умереть за меня? За меня. Я видел их славное будущее. Что привело тебя в Колумбию, Букер? Передашь девчонку, и долг будет прощен? Это закончится кровью, Дэвид. Но с другой стороны, у тебя же ведь иначе и не бывает. Где ты, там и кровь. Ты пришел увести моего Агнца с пути истинного, и помыслы твои темны. Ступай же обратно в Содом. Уходи. Черт возьми. Погружай. Смерть тебе! Остановите его! Нужно найти управление, чтобы добраться до острова. Ладно, думаю, я смогу им управлять. Господь прощает все. Я? Нет. Я всего лишь пророк. Мне можно. Аминь. Аминь. Твою мать! Надо отсюда выбираться. Вот зараза. Еще бы чуть-чуть. А вот и он, остров монументов. Интересно, зачем ее тут заперли? Даже в секретных конторах кто-то должен мести пол. Ха.
Эти политики и ученые, они даже не думают, что при мне говорят. Я же для них неграмотный цветной служака. Но я уверен, они здорово боятся твари, которую держат наверху. Точно вам говорю, сэр. Они схватили тигра за хвост, а теперь не знают, что лучше. Ухватиться покрепче или сбежать. Что это? Что они делают? Значит так, мистер Томпсон, сэр, я заменил все пробки, как вы и просили. Все лампочки прошлой ночью работали. Прошлой ночью. Ну вот опять! У нас по ящику пробок каждый день уходит на один только сифон. Что они с ней делают? О, господи! Там что-то случилось! А что за... Они наблюдали за ней. Одно дело представлять себе будущее, и совсем другое видеть его. Я узрел семена пламени, что подготовится дом под нами к пришествию Господа. Но плоды этих семян пожнет Элизабет, не я. Я не доживу.
Господь призывает меня к себе. Я чувствую его любовь в каждой опухоли, ибо они — тот самый поезд, что отвезет меня на его станцию. И я поеду с радостью, зная, что Элизабет займет мое место. Но грядет лжепророк, желающий увести моего Агнца с пути истинного. И пока я не огражу дитя от его лжи, я не сяду на этот поезд. Гардеробная. Туда и отправимся. Это она. Это задание становится все хуже и хуже. Что делает девочку особенной? Подозреваю, дело не в ней самой, а в том, чего ей не хватает. Там, откуда мы ее забрали, остается малая ее часть. Похоже, Вселенная не любит, когда одно блюдо смешивают с другим. Библиотека. Вот зараза. Так, я справлюсь. Перестань! Может, хватит? Прекращай! Я ничего тебе не сделаю! Кто вы? Меня зовут Дэвид. Я друг. Я пришел вытащить тебя отсюда. Вы настоящий? Еще какой? Он уже здесь. Вам надо уходить. Почему? Вы не должны быть здесь, когда вы...
Минуточку, я одеваюсь. Я помогу тебе сбежать. Отсюда нельзя сбежать, поверьте, я пыталась. Но невозможно быть таким нетерпеливым, хватит. Как насчет этого? Что насчет этого? Это нам поможет? О, что вы? Отдайте. Посмотрим. Кто ты? Зачем ты пришел? Сюда, скорее! Подожди! Поторопись! Вызови лифт! Что? Это и нажми на кнопку! Что это? За мной следили? Все время? Зачем? Зачем меня здесь держали? Что я? Что я такое? Ты так, кто вот-вот покинет эту башню. Сюда. Нужно торопиться. Сейчас он все здесь разрушит. Осторожно, Элизабет! Откуда ты знаешь мое имя? Не сейчас! Там дверь наверху! Отойди! Отойди, Дайл! Куда? Вверх! Зачем она вам? Открывай! Сейчас же! Вы причините ей боль? Что вам нужно? Анна! Анна!
Анна. Анна. Нет, это я, Элизабет. Вы в порядке? Где? Снова в царстве живых. Так, дайте я... Порядок. Вы чуть не утонули, надо... Сказал же, я в норме. Сейчас. Одну секунду. Вы слышите? О, там музыка. Иди, а я... Мне надо... Ладно, я ненадолго. Я скоро приду, мистер Дэвид. Где она? Простите, я ищу девушку. Белая блузка, русые волосы. Видели девушку? В синей юбке, нет? Нет, но я тут совсем одна и не прочь весело провести время. Эй, вы девушку тут не видели? Вы не видели девушку? Русая, в синей юбке. Послушайте, я ищу девушку. Как и все. Дирижабль. Вот оно, наше спасение. Все так меняется. Простые люди стали забывать свое место. И не говори. На днях какой-то азиат остановил меня на улице и спросил, который час. Представь, надо бы издать закон. Так и вроде есть. Слушай, хочешь прогуляться вдоль берега? Никуда я с тобой не пойду. Я про твои подвиги наслышана. Девочки, вы только гляньте. Что же такой красавец и не в шортах? Прыжок. Тянемся к носкам. Раз, два, три. Почти как настоящий пляж, да? Чудеса науки.
Это все глаз народа. Мутят воду. Всегда спрашиваешь. Я сам ты. Извините, мисс. Эй, мисс. Элизабет. Привет. Как же здесь здорово. Потанцуйте со мной, мистер Дэвид. Я не танцую. Идем. Куда? Что может быть лучше танцев? Например, Париж. Париж? Я не понимаю, как мы туда попадем? Этот дирижабль как раз туда летит. Но если хочешь остаться... Нет, идемте, идемте сейчас же, идемте скорее! Свобода. Даже верится с трудом. О, столько запахов. Вы когда-нибудь чувствовали такое? Нормальные пляжи так не пахнут. Кретины. Хоть бы они все потонули. Два, три, два, раз, два. Тянемся к носочкам. Два, пять. Мистер Дэвид, Комсток. Я читала про него. Говорят, он видит будущее. Даже капля власти развращает людей. Не по душе он мне. Вам не нравится лицо пророка? Или его взгляд? Пойдем отсюда. Похоже, с деньгами у нас полный порядок, Букер. Ха. Падение в воду не пошло тебе на пользу. Попробуй что-нибудь найти, чтобы унять боль. Как настоящее море. Но это просто система насосов и стоков. Не здесь. Сюда! Птица? Или клетка? Или все же птица? Но клетка-то лучше. Опять эти двое. Как? А, неважно. Смотри, какие красивые! Какой тебе больше нравится? Этот или этот? Птица красивая, а клетка выглядит мрачно. В ней что-то такое... Та, что справа. Ты уверен? Вполне. Прелесть! Странно. Я думала клетку. Не умеешь проигрывать, лучше вообще не играй. Давай без софистики. Боже мой! Боже. Я не понимаю. Точно она. Как? Смотри. Как? Ты в порядке? Это был мой дом. Пора сваливать отсюда. Идем. Говорит то, что считает нужным. Все хорошо. О, Фред!
Лови. Он карающий меч. Удостоверение личности с фотографией держите наготове. Руки вверх, чтобы я их видел. Ноги расставить. Стоять смирно, на него. Не двигаться. Эй, коп, глянь на него. По-моему, он очень подозрительный. Ладно, ладно, успокойся уже, Пит. Иди домой и проспись. Ты что делаешь? На что, по-твоему, это похоже? Есть! Где ты научилась вскрывать замки? Заперта в башне с кучей книг и времени. Вы не поверите, что я еще умею. Приходится брать всю маломальски сложную работу. Ой, здрасте, сэр. Вы не обращайте внимания. Это я так, подурачился малость. И пообезьянничал. Мистер Дэвид, я нашла немного денег. Там стоит торговый механизм. Купи что-нибудь, чтобы подлечиться. Да, пожалуй, разумная мысль. Ваша прислуга странно себя ведет? Задайте пару наводящих вопросов. Интересно. Например, вам не кажется, что эти народники по-своему... Сюда! Или кто-то из ваших знакомых был на их собрании? Интересно, о чем говорят? А теперь снова к музыке. Товары завтрашнего дня уже сегодня. Эй, эй, мистер, мы вам поможем. Мы знакомы? Там на лотерее вы... Без вас мы бы не выбрались. Дейзи верила, что придет кто-то вроде вас. Вам нельзя здесь находиться, сэр. Идите своей дорогой, а то у нас обоих будут неприятности. Сэр, прошу вас, если вас... Держите, мисс. Сахарная вата. Покупайте сахарную вату. Мистер Дэвид, чистое ружье. Последняя серия. Я читал, ее переносили 3 раза. Позвольте вам предложить освежающий напиток, сэр. Почему для цветных один туалет, а для белых другой? Так принято. Это какие-то излишние сложности. Надеюсь, ты не думаешь, что я пойду с тобой? У меня был пес по кличке Билл. Он мне был верным другом. Перестань мы его кормить, Билл остался бы верен. Ударь мы его. Билл остался бы верен.
Так пусть-ка чернокожие покажут такую же преданность. Ты и хочешь, чтобы нас арестовали? Занять место псов. Нет, одно дело бегать за всеми подряд симпатичными девчонками, но маленькая Мэри Маккарти, а это ужасная Эрин О'Мэлли, если твой отец узнает, ох, мало того, что ему приходится нанимать этих Пэдди. Ох, Фредерик, ты поставил меня в такое положение. Подходите, сфотографируйтесь с отцом нации. Он срубил вишневое дерево. Он переправился через... Аннабель? Простите? Аннабель, это я, Эстер. А, нет, я не Аннабель. Уверена? Я Элизабет. Мы знакомы? Элизабет? Какое красивое имя. Как-то... странно. Последний посетитель. Парк закрывается. Слышите, парк закрывается? Да, ботиночкам не помешала бы чистка. А я как-то и не обратил внимания. Аккуратно только, извиняюсь. Ладно? Я там только подмел. У вас есть капуста? Капуста? Ага. Я возьму одну. Сколько? Серебряный орел. Подержи у себя. Забирай. Есть. Не знаю. Он, похоже, вооружен. Эй! Девочка с ним. Одним выстрелом убьем двух зайцев. Извините. Дайте два билета на первую леди. Да, одну минуту. Да, имеется. Как нам действовать дальше? Я тороплюсь, приятель. Эй, мистер, вы себе так весь кожу измажете? Понял. Я перезвоню, как все устаканится. Не нравится мне. Высылайте птичку. Мы готовы начать. Стой, где стоишь! Вперед! Что вы делаете? Хватайте ее! Отойдите от меня! Выпустите меня! Выпустите! Элизабет! Не подходите! Окружай! За ним! Быстрее! Жить огонь! Мрэ! Ну ты и дурак! Да кто ты такой? Я тебя закопаю! Элизабет! Где она? А теперь музыка. Музыка.
момент настал. Лжепророк уже здесь. День был предсказан неточно, но в главном пророк не ошибся. Нашу особь надлежит взять живой. Если она погибнет, за нами явится птица. И тогда нас всех ждет безымянная могила. Это была сигарета номер 6. Ожидание тянется бесконечно. Прекрасно. Блеск. Менялись месяцы и годы, и мало-помалу те, кто заседал в Конгрессе, вступили на путь истинный. Так, благодаря человеческой смекалке и долларам из Вашингтона, свершилась Божья воля, и Колумбия вознеслась над Содомом под нами. Стой! Стой, где стоишь! Отойдите от меня! Эй, давай назад! Элизабет, я... Вы чудовище! А как ты себе это представляла, а? Что? Ты понимаешь, сколько времени и сил они на тебя потратили? Думаешь, они просто так тебя отпустят? Ты для них капиталовложение. И пока ты не уберешься отсюда куда подальше, тебя в покое не оставят. А что? Что им от меня нужно? Не знаю, но я понял одно. Если не вытащишь пушку первым, ты ее вообще не вытащишь. У вас кровь. Подойдите. То, что там произошло, это только начало, да? Не знаю. Все. Придется к этому привыкнуть. Кстати, я читала кое-что о медицине. Я попробую достать тебе лекарство. А если будет совсем плохо, сделаю все, чтобы ты не умер. Нашла деньги. Лови.
Бокер, смотри, там замок. Заперты. Элизабет! Это я в два счета открою. Готово. Скажем, что искали туалет и заблудились. И нам поверят. Сомневаюсь. Заперты. Элизабет! Легкотня. Прошу. Нашла деньги. Вот, держи. В доме Камстока все было просто. Работа изнурительная, но несложная. Выжать белье, подмести пол. Ха. Леди Камсток даже иногда снисходила до похвалы. Я-то глупая думала, что и для меня в их мире найдется место. Ха. Господь сотворил глупых девочек, чтобы ему было над кем посмеяться. И как мы собираемся попасть на дирижабль? Давай я попробую так открыть. Солдатское поле. Пророк построил его в 1903 году. Зачем пророку понадобились карусели и аттракционы? Это место призвано приучить детей служить родине. То есть служить в армии? С детства наставь человека на правильный путь, и он не сойдет с него даже в старости. Это ты придумала? Нет. Может, попробуешь поднять? Шок, жокей. Ваше личное электричество. Кто-то изобрел свое электричество. Оно же еле работает. Вот она, первая леди. Похоже, она отправляется в док. И на ней мы улетим в Париж. Держись рядом. Да, мистер Дэвид? Зови меня Букер. Ладно, Букер. Ну, идем гондолей или еще погуляем? Думаю, в таком месте найдется масса полезных вещей. Наше ледяное море. И когда я прибыл в Вашингтон, мало кто в Конгрессе разделил мое видение Колумбии. Но такова доля пророка – брать грешников за руку и направлять их на путь истинный. Ибо что я такое, как не зеркало, чтобы отражать лик Божий? Ха-ха-ха!
нету! Дайте стрелять! Стреляйте в него! Хорошо! Выкурите его! Знаешь, зачем тебя наняли забрать меня? Может, хотели с тобой познакомиться? Поучиться у тебя искусству взлома. Но почему тебя? Я вообще ничего не знал про это место. А я думала, внизу про Колумбию все знают. Видимо, я слегка отстал от жизни. Мальчики и девочки, не будьте дуриками! Как это можно не знать? Думаю, это что-то местное, колумбийское. Ох, как я любила эти сказки в детстве! Правда, они... они странноватые. В детстве мне снился такой сон. Я стою в комнате и смотрю на девочку, которая одновременно я и не я. И она стоит и смотрит на другую девочку, которая тоже одновременно я и не я. Мама решила, что мне приснился кошмар, а я поняла, что физика – мое призвание. Что ты за человек, Дэвид? Что делаешь? Я, скажем, свободный художник. Раньше работал на агентство Пинкертона. О таком в резюме лучше не писать. Агентство Пинкертона. Это они улаживали дела во время забастовки? Ух. Да. Можно и так сказать. Чтобы попасть на дирижабль, надо каким-то образом вызвать гондолу. Судя по всему, это... панель управления? Похоже, что без этого шок-жокея не заработает. Ну, разумеется. И где мы, интересно, его возьмем? Гляди! Узрите энергию будущего в зале героев! А, ну, очень кстати. Ложный пастырь пришел на улицы нашего славного города. Хотите ли вы, чтобы он угрожал вашим женам и дочерям? Защитите их! Защитите дорог нашего! Действуйте! Нашла деньги. Вот, держи. Спасибо. После минуты молчания в память о жертвах. Зал героев временно закрыт. По крайней мере, очередей нет.
за черт? Что-то не так? А, пустяки, я все починю. Надо, чтобы эта штука опять заработала. Я ненавижу их. Просто прихлопни ее. Нет, она ужалит. Элизабет. У меня есть идея получше. Я открываю разрыв. Твою мать. Что это? Это разрыв? В своей башне я все время их открывала. Что такое разрыв? Ну, это как... как окно. Окно в другой мир. Как правило, там нет ничего интересного. Полотенце другого цвета или чай вместо кофе. Но иногда я вижу что-то потрясающее. И достаю это. Вот. Бог мой. Может, у тебя там еще и дирижабль найдется? Это вряд ли. Но там есть нечто... Нет! Закрывай. Я пытаюсь! Закрывай! Я не вполне уверен. Но все выглядело так, как будто нас решили побыстрее отправить на тот свет. Вдруг я помогу? Что бы там ни было, я справлюсь. Верь мне. Как хочешь, дело твое. Колени преклонил пророк, и Бог ему тотчас изрек. Эдем, парящий среди небес, славнейшим станет из чудес. Тут замок. Не вопрос. Открыла. Элизабет. Это я в два счета открою. Прошу. У себя. Забирай. Спасибо. Интересно. Четыре десятка лет я тянул солдатскую лямку. В каждой стране, где я побывал, стало меньше народу. Я никогда не питал... ненависти к врагам. До сегодня. Комсток. Он сделал из моих сражений водевиль, а себя представил белым рыцарем. Я призвал его к ответу, а он сорвал с меня погоны. Этот человек никогда не видел настоящей войны. Но увидит.
Нажмите, чтобы подбросить врагов в воздух. Зажмите и отпустите, чтобы создать ловушку гейзер. Мы нанесем удар и проучим этого Корнелия Слейта. Вы все считаете... Сукин сын! Я его вижу! Это он! Ложный пастырь! Я тебя прикончу! Сзади! Дайте его уйти! Ты дурак! Если подумать, в подобных передрягах эти твои разрывы не помешают. Надо, чтобы рядом был разрыв. Я не могу брать предметы из ниоткуда. Кто это? Слейд? Знаю я этого парня. У него редкий талант наживать врагов. Ой, пророк! Кто этот шарлатан? То, что вы видели сегодня, только начало! Камсток услышит нас! Его храмы сгорят! Его золотые идолы расплавятся! И ручьями потекут по улицам Колумбии! Что это? Our daughter's born.
сюда! Смотри, шифровка. Послание от Гласа Народа. Ну, младший взломщик, что там у нас? Не знаю. Где-то должна быть книга-ключ. Нам дали наводку на тайник контрабандного оружия в баре «Старый бродяга». Оружие мы не нашли, но под полом оказалась солдатская форма времен войны. Непонятно, зачем ее спрятали, но... Кто здесь? Вы слы, это верно? Сэр, опустите оружие! Слышал, Комсток? Это звук, с которым умирает солдат. Звук, который тебе не знаком. Я жду тебя в зале героев. Докажи, что я ошибаюсь. Что-то есть. А вот книга-ключ. Нашла деньги. Забирай. Спасибо. Гляди, моя башня. Может, потребовать с них часть выручки, а? Ждет вас.
Бог создает самых разных солдат, но второго такого, как Корнелий Слейд, нет. Мой отец поднимался с ним на Сан-Хуан, шел с боями через Пекин, и, как он сам бывало говаривал, по его приказу пошел бы хоть в ад. Сегодня на построении Слейд спросил, не дочь ли я сержанту Монро. Я ответила, так точно, сэр. А он сказал, твой отец всегда хотел сына. Надеюсь, у старого дурака хватило ума понять, как ему повезло. Эй, мистер Дэвид, на вид все просто. Сними шляпу перед глазом. Наверное, мы что-то не замечаем. Включили гондолу, которая ходила в зал героев. Может, это из-за Слейта? Это будет так здорово! Ты случайно не видишь никаких боеприпасов? Они очень пригодятся, если станет жарко. Я попробую что-нибудь наскрести. Готово. Бойцы! Вы проливали кровь за Колумбию! Вы получали раны и умирали в боях с безбожниками! А Комсток ничего не делал! Но взгляните! Чей портрет изображен перед вами? Если пророк размалевал наше прошлое, как портовую шлюху, что же он сделает с нашим будущим? Пора постоять за себя! Пусть зал увидит настоящих героев! Букер, лови снайперку! Патроны, лови! Снайпер, он там! Все, что есть пока. Дерись, как мужик! Взяти! Это все, что ты можешь? Похоже, мы теперь знаем, где твой друг Слейд. Найдем этот шок Жаки и свалим отсюда. Ничего нет!
the joy you show. For not to let her an apple stop, now apples gone out. And let's another rousing cheer for Tennessee to him. For the single star, the funny blue flag is grown to be 11. Hurrah! Сделаем свое дело, они назовут нас убийцами. Корнелий Слейд, быстрый левый хук гласа народа. Ха, мы заменим одну ложь на другую. Да будет по слову нашему. Я с этой Фицрой в одной упряжке в поневоле. Навряд ли все те, кто вонзил ножи в Цезаря, в мирное время преломляли хлеб друг с другом. Когда Комстока не станет, деяния моих людей будут освещены, и ребята возьмут свою долю. Мне до этого можно и не доживать. Пророк наш отец Комсток, командир 7-го кавалерийского полка. 7-м полком командовал не он. Черт, я его вообще там не помню. Капрал Дэвид в тот день проявил себя на поле брани. О чем это он? Слейд, это ты? Ты ведь всегда был другим, Букер, ведь так? Ты не искал славы? Слушай, я вижу, у вас тут заварушка. Мы просто хотим попасть туда, где хранится шок Жакей. Мы сразу... Этот жестянщик Комсток хочет убить моих парней. Но мы не умрем от его руки. Сейчас что-то будет. Нам осталось лишь выбрать, как мы умрем. От рук настоящего солдата или жестянки? Если сможешь. Видишь, Букер, ты убийца. Нравится тебе это или нет? Просто отдай нам шок, Жакей. Если хочешь энергетик, Букер, ты дашь моим солдатам умереть достойно. Они ждут у Вунде-Дни и в Пекине. Мне уже лучше.
Я попробую снабжать тебя бинтами и патронами, но я не всегда могу найти, что нужно. Если качественный товар уже есть. Что это? Это боксерское восстание. Что там случилось? Я и мои солдаты спалили весь город. Конечно, Комсток излагает эту историю иначе. Косых глаз. Они обманывали нас, но наш пророк, их ложь презрев, свет... А, я читала про это. Комсток повел колумбийцев на Пекин и... Комстока там не было! Боксеры оставили меня без глаза и трех десятков друзей! И хоть кто-нибудь помнит об этой жертве! Не жалейте сил! Пожарник, осторожней! Твоя... Дай меня, Слейд. Просто отдай мне... Да. После того, как ты сделаешь то же для меня, ты найдешь меня среди заклинателей духа. Среди заклинателей? Он про Вунда Дни. Хочет, чтобы мы перешли в другой зал. Слышишь, как идут жестянки Комстока, чтобы заткнуть нам рты? Это мы истинные патриоты, но нам нет места в их учебниках истории.
жестянщик присвоил себе подвиги настоящих солдат. А ваш спутник, юная мисс, покрыл себя славой 29 декабря 1890 года. О чем это он? Тебе лучше не знать. Ты был там, у Вундетни. Я вижу по лицу. Расскажи ей, Букер, как мы шли по полю боя, подобно спартанцам. Крики у меня до сих пор в ушах стоят. Интересно, слышит ли их Комсток? Вот солдат, о котором я рассказывал. Тот, кем притворяется Комсток. Убедитесь сами. Как мужик! Я не просил об этом. Эти люди мне ничего не сделали. Герои не просят. Я не говорил, что я герой. Тогда кто ты? Если выбросить все части Букера Девита, которые ты хотел стереть, что останется? Вернись в Родонду. Уже почти все. Про что это он? Что ты хотел стереть? Теперь, выбравшись на волю, ты видишь, что у сидения в клетке есть свои плюсы. Я должна иметь право выбора, мистер Дэвид. Чего бы это ни стоило. Да? А если однажды ты поймешь, что тебе не нравится твой выбор? Говоря леди Комсток, что хочешь, но в моде она толк знала. Ты видел, что Комсток сделал с моей историей. А теперь посмотри, как он переписал свою.
Всего неделю семя пророка было в утробе нашей леди. У Комстока был ребенок. В книгах нет совсем ничего об этом. Вряд ли о нем просто забыли. Думаю, это не случайно. Дитя было больно, и леди молилась о его здоровье день и ночь. Дейзи Фицрой убила мою любимую, но ребенка я не отдам. Пророчество сбудется. Семя пророка взойдет на трон и пламенем омоет людские горы. Дочь Комстока. Нет, не может быть. Нет. Он хочет, чтобы ты пошла по его стопам. А я, допустим, хочу щенка. И что с того? Тут замок. К тем, кто любил меня, я всегда была щедрой. Никогда не отказывала им в боли, охотно шла на предательство. И когда я сожгла сердца всех тех, кто любил меня, пророк сказал: «Что бы ты ни делала, я прощу тебя, ибо Господь дал мне взор, а в его глазах даже ты обретешь любовь». Слишком большой, а вот я пролезу. Я разведаю, что там. Посмотрю, можно ли пройти. Смотри. Это? Разрыв. Я могу такие делать. Грузовой крюк. Очень кстати. Да, это же исполнение желаний. Ладно. Понадобится крюк. Элизабет! Кажется, их там много. Когда я нервничаю, сразу появляются разрывы. Букер, видишь там разрывы? Мы используем их против людей Слейта. Этот разрыв откроет путь наверх. А в этом мы получим турель. И укрытие. Этот! С пушкой! Что-нибудь найду. Довольно, Слейт. Нам нужен энергетик, чтобы убраться с Колумбии. Мы заберем его так или иначе. Я здесь подожду. Слейт!
у себя. Забирай. Пойдет. Ищи, где тут энергетик Шок Жокей. Электричество! Искры в бутылке! Зевс! Зависть! Колени преклонил пророк. Кто грудью встанет за народ? Жестянки, Букер, вот кем Комсток хочет нас сделать. Механизмы вместо мозгов и сердец. Отдай то, зачем мы пришли! Заперты. Элизабет! Ладно. Готово. Ты можешь открыть этот замок? Легкотня. Готово. Есть. Забирай. Отлично. Тут все вверх дном перевернуто. И никакого Шок-Жокея нет. Может, их забрал Слейд? Смотри. Это? Слейд. Он здесь. Ваше личное электричество ждет вас. Что это? Это Комсток явился за Слейдом. Это Слейд сражался за свою страну при Вундетни. Это Слейд брал штурмом ворота Пекина. Слейд! Слейд! Комсток идет, Букер. Но наших жизней ему мало. Он не успокоится, пока не превратит нас в жестянок. Но мы ему не дадим. Он забрал мое прошлое, но больше ничего не получит. Давай не будем, а? Просто отдай энергетик. Вперед, бойцы! Умрите, как солдаты! Это все, что ты можешь?
Ты не Букер Дэвид, которого я помню. Ты жестянка! Выкурите его! Ближе! Огонь счищает! Это все, на что ты способен? Ну же, Дэвид, не разочаруй ребят! За славу Колумбии! Господь судит, я действую! Давай, Дэвид, покажи, что умеешь! Лови! Отлично! Нас ждет та же участь, что постигла Кастерона. Элбитхорн. Однако мой разведчик видел его. Сюда, к нам в зал, идет Букер Дэвид. Дэвид, мы звали его белым индейцем Вундетни. Сколько жутких трофеев он собрал. И такой человек, как он, может помочь нам, наконец, обрести покой. Еще не все, солдат! Дело надо довести до конца! Стреляй! Ты не человек! Ты оловянный солдатик! Thank you.
Нажмите, чтобы выстрелить электрическим разрядом. Зажмите и отпустите, чтобы создать электрическую ловушку. Ты пожалел его? Нет, жалость. Теперь его схватит Комсток. К этому вообще привыкаешь? К убийству. Быстрее, чем ты думаешь. Энергетики очень сильные. Я попробую снабжать тебя солями. Спасибо. Иногда просто нет выбора, если хочешь выжить. А если получаешь удовольствие от процесса? Букер. Ты славный человечек. Поэтому чем меньше ты обо мне знаешь, тем лучше.